преддверии весенних каникул руководство ОГИБДД проводит со школьниками внеклассные уроки. Они посвящены профилактике дорожно-транспортного травматизма. На этот раз аудиторию слушателей составили учащиеся 5-6 классов. Ребятам еще раз объяснили правила поведения на проезжей части. Кто подскажет мне, как надо выходить и обходить автобус, с какой стороны? С передней части? Правильно, с задней части надо транспорта выходить. А почему? Правильно, потому что если вы будете выходить спереди автобус обходить, то вас, идущая сзади машина, может не увидеть водитель. Школьники не только слушали, но и говорили. Урок проходил в форме беседы. Несмотря на сравнительно юный возраст слушателей, Дмитрий Соколовский отметил, вопросы были актуальные. Когда будут установлены светофоры на улицах, когда будут подземные, надземные устанавливаться пешеходные переходы и обустраиваться. Вот такие серьезные вопросы, невзирая на то, что детям 10-12 лет. Следующую встречу руководство дорожной полиции планирует провести уже после весенних каникул. Где она пройдет, точно пока неизвестно. Предполагается, что это будет либо 25-я школа, либо 29-я гимназия. Андрей Черненко, Телемикс.